На площади у стелы «Грозный город воинской славы» собрались сотни людей. Самые маленькие рассказывают стихотворения, выступают официальные лица, а затем переходят к главному – раздаче ленточек. В рамках празднования 72-летию победы Великой Отечественной войны в республике стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Организаторы данной акции – это Министерство Чеченской Республики по делам молодежи, региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», региональное отделение Всероссийского общественного движения «Бессмертный полк», Роспатриот-центр и Росмолодежь. Основная цель данной акции – это патриотическое воспитание подрастающего поколения. Акция «Георгиевская ленточка» стала традиционной. В нашей республике она проходит уже третий раз. Черно-оранжевая лента стала своеобразным символом памяти и победы в Великой Отечественной войне. Получить ленту можно у волонтеров. Они будут раздавать их в самых оживленных местах нашего города. Мероприятие сопровождалось чтением стихов о войне и славной победе. Пришла победная весна, волной народного веселья, проникла в каждый дом она. На встречу также пришел и министр Чеченской Республики по делам молодежи Иса Ибрагимов. Не забывает наших дедов, прадедов, и то, что их подвиг сегодня дал нам мирную жизнь, небо над головой. Я думаю, что мы не должны забывать те патриотические поступки наших великих дедов и прадедов. Да, ты оберег ты вельду, она да ему паха. Ой, да ишь, где да ишь, но она, эк, да ухода, она, пиццор, да, там, айвер, да, штаб, верду, да, лехто будет. Свою историю «Георгиевская лента» ведет от солдатского ордена Георгия Победоносца, учрежденного 26 ноября 1769 года императрицей Екатериной II. Оранжевые и черные цвета символизируют порох и пламя. «Георгиевская лента» является символом победы многих десятилетий. В данных акциях мы участвуем не в первый раз, для нас это является честью. Мы являемся патриотами своей республики, своей страны, а также продолжателями дела первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мы участвуем во всероссийской акции «Георгиевская лента», чтобы развивать у подрастающего поколения этот патриотический дух. Молодежь в преддверии праздника Дня Победы повязывает Георгиевку на одежду в знак уважения и солидарности с героическими солдатами, отстоявшими свободу страны. Георгиевские ленточки будут раздаваться на улицах нашего города в ближайшие несколько недель. Официально акция заканчивается в День Победы, но для многих она бессрочна, как страница истории, как память о тех, кто вписал в нее свои имена. Аза Халидова, Шамиль Эпиев, Артур Дутаев. Новости.